Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как бороться с манипуляцией коллег о ложном недоверии, которое не имеет никакой под собой почвы, но очень задевает. Оправдываться мне не в чем, но какие недомолвки очень бьют по самолюбию. Наверное, такие недомолвки очень бьют по самолюбию. Смотрите. Я тут вижу, что вам уже несколько коллег ответили, вот, поэтому если, если мой ответ будет как-то повторять ответы других людей, вот, прошу меня заранее за это извинить, потому что я не читаю. То, что отвечают коллеги, это заняло бы слишком много времени. Значит, прежде чем с чем-то бороться, нужно иметь, условно, свою сторону, с которой, собственно, вы и будете бороться. То есть, чему-то противопоставлять, вот, нужно сначала увидеть, что именно я буду противопоставлять, да, как, для чего и почему? Но здесь вопрос, почему, используется не в контексте причины, вот, а в контексте мотивации. То есть вот почему мне это нужно? Вот. И понимаете, у вас есть как раз-таки, на мой взгляд, противоречие. Вы говорите, что, обвинение, да, манипуляции, коллег ваших, вроде как беспочвенно. Вы говорите, что они не имеют под собой оснований, но в то же время вы говорите, что вас они задевают. Так вот, не кажется ли вам это противоречие, если не имеет оснований, если не имеет под собой никакой почвы, то есть, иными словами, если это все не про вас, то каким образом тогда получается, что вас это задевает? На мой взгляд, одно исключает другое. И да, вам, может быть, не хотелось бы, чтобы вас это задевало. Я понимаю. Вот, может быть, вам как раз-таки не хочется, чтобы вас это задевало. Может быть, вам как раз-таки хотелось бы, да, чтобы вас это не задевало как раз. Но вас это задевает. И вы как бы пытаетесь избавиться от этого, да, вы говорите, что вот как с этим бороться и так далее, чтобы вас это не задевало. Вы говорите, что вас это бьет по самолюбию. Дело в том, что когда вы говорите, что вас это бьет по самолюбию, вы, на мой взгляд, противоречите себе тоже, потому что самолюбие означает, что вы любите себя. И если вы любите себя,
что, на мой взгляд, вполне естественно, что ни у кого больше нет возможности вас, ну, как-то вот обесценить. Ну, потому что вы любите себя, вот, потому что вы, условно говоря, ну, цените себя, да, и так далее. Поэтому тот факт, что вас это бьет по самолюбию, уже говорит о том, что, извините, самолюбия у вас как-то не очень много, вот. Что это за самолюбие, которое другие люди могут как-то подвергнуть сомнению. Я могу интерпретировать ваши слова, ваши высказывания по поводу самолюбия, что вот, когда человек чувствует вот самолюбие, он как бы чувствует, что он ценен сейчас, что он важен сейчас. Даже несмотря на какие-то реакции других людей, да, даже несмотря на неодобрение других людей, вот, человек все равно чувствует, что он сам по себе важен, он сам по себе ценен, и он вот чувствует, что все равно, несмотря ни на что, у него, ну, он идет к своим целям, да, и так далее. Вот. Если вас бьет, как вы говорите, по самолюбию какие-то действия людей, вот, то я надеюсь, совершенно очевидно, что, ну, не самолюбие здесь дело, и про самолюбие мы здесь не говорим. Мы говорим про желание одобрения. Мы говорим про желание одобрения со стороны вот как раз, ну, со стороны других людей. Вот. Про желание, чтобы вам что-то позволили, чтобы вам что-то разрешили, чтобы вам что-то дали, но ни в коем случае не про самолюбие. Здесь идет, к сожалению, речь. Вот. Поэтому вот тут, на мой взгляд, вы себя, конечно, обманываете в, ну, какой-то степени. И мне бы хотелось, чтобы вот от этой иллюзии вы были избавлены, чтобы вы избавились от этой иллюзии. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки не обманывали себя и видели, что самолюбия здесь нет, а если вас это задевает, то вопрос почвы тоже остается открытым. Да, может быть, это не прямая какая-то связь, может быть, это не, что называется, правдивая история, неправдивое инкриминирование вам, чего бы то ни было, но, тем не менее, ведь почва под каким-то высказыванием, да, совершенно не обязана обладать прямым, в общем-то, подтверждением какого-то факта реальности для того, чтобы человека это задело. Вполне может быть, что вы, например, воспроизводите свой детский опыт здесь и сейчас, вот, который у вас был, ну, какое-то количество лет назад, где вы оказывались в той же самой ситуации, вот, но не могли безболезненно ее для себя прожить, собственно, не прожили, в итоге вот эти вот чувства дают о себе знать сейчас, в этой ситуации. Дальше. Бороться. Как бороться?
манипуляции. Пишите вы. Ну, во-первых, надо сказать, что борьба с манипуляциями обречена, как мне кажется, всегда или почти всегда на провал, потому что, ну, борьба с чем-либо обречена на провал. Я думаю, что борьба также предполагает защиту, а защита, в свою очередь, означает, что человек уязвим, а уязвимость человека говорит о том, что доля правды в том, от чего он защищается, присутствует. Поэтому лучший способ реагировать, не бороться, но реагировать на манипуляцию, это быть само собой и прислушиваться к тому, вот как вы откликаетесь на манипуляцию. Это первое. Второе, это максимальная информированность. Вы сами говорите о недомолвках. Я думаю, что эти самые недомолвки генерируете в том числе и вы. Поэтому вот максимальная открытость, максимальная прозрачность, полнота информации для людей исключает какую-либо возможность для сплетен именно. А манипуляция исключается посредством доверия себе, так, чтобы вы делали только то, что хочется вам, и не делали того, что вам бы не хотел. Вот. Другое дело, что у вас, вероятно, скорее всего, у вас нет сейчас возможности для этого. То есть, другое дело, что у вас нет возможности, у вас нет навыков для того, чтобы себе доверять. У вас нет вот таких вот необходимых навыков для этого. Вот. И если это действительно так, если у вас действительно нет навыков, то их необходимо получать. И, конечно же, делать это лучше всего с психологом делать это лучше всего. Вот, лучше всего заручиться поддержкой психолога и, соответственно, вот уже с его помощью научиться себя воспринимать, скажем так. Вот. Для этого вам нужен психолог как раз. Вот. Когда вы говорите о том, что вас это задевает, когда вы говорите о том, что вас бьет по самолюбию, ну, вот эта ситуация, да, какие-то высказывания людей и так далее. Я думаю, что у этого есть свой процесс. Вот. То есть я думаю, что это имеет процесс. Это имеет, это имеет некую такую, если хотите, наполненность, как-то это вот вас, значит, ну, как-то это на вас влияет. То есть вы к этому как-то относитесь. Так вот. На мой взгляд, задача, опять же, психолога заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, как конкретно на вас это влияет. Вот. Каким образом на вас это влияет.
и, ну, когда вы сами будете это знать, вот, когда вы будете знать, как на вас это влияет, я думаю, что вам будет самой проще решить, что с этим делать. Потому что сейчас вы, ну вот, что называется, максимально в общих чертах описываете то, что с вами происходит, вот, не говоря при этом о том, как конкретно и чем конкретно вас это вызывает. Хотя, вот, то, что процесс этого, значит, обладает и, ну, какими-то временными характеристиками и прочими характеристиками, совершеннейший факт. Вот. С чего можно было бы здесь начать? На мой взгляд, начать здесь можно было с того, чтобы прожить все те чувства, которые у вас вызывают вот эта, ну, ситуация. То есть, как я себя чувствую, ну, вот в этой ситуации, когда оказываюсь в ней, вот, что я там, ну, думаю про себя, когда оказываюсь в этой ситуации, да, и вот, значит, ну, что у меня болит, и как болит, и так далее, вот, чего мне хочется, и так далее. То есть вопрос здесь предельно такой вот простой, да, как я это переживаю. Вот, и что, как мне кажется, я теряю из-за этого, и так далее. Вот. Ну вот, дальше уже нужно будет, исходя из этого, смотреть. И последнее, что хотел бы я сказать, вот, ну, по вашему тексту, довольно короткому, это то, что вы не случайно, наверное, оказались для себя в такой ситуации, как я думаю. Вы не случайно оказались для себя в такой ситуации. Я думаю, что вы оказались в такой ситуации в результате ряда своих действий, ну, в том числе своих действий. Вот. Вы оказались в этой ситуации в результате своих действий, и эти действия в том числе привели к тому, что вы вот, ну, что вы, ну, значит, вот, ну, чувствуете то, что чувствуете, короче говоря. Вот. Соответственно, очень важно, чтобы вы увидели сами, какие действия ваши привели вот, ну, к этому. То есть, какие действия привели к тому, что вы
что вы вот в этой ситуации оказались. Именно ваш. Мы не говорим про других людей. Мы не говорим про то, значит, что делали другие люди. Нас это вот, ну, не интересует. Я хочу, чтобы вы постарались это понять. Нас это не интересует. Нас не интересует то, как вы оказались. Как другие люди оказались в, ну, вот, в такой ситуации. Нас интересует то, как вы оказались в этой ситуации. Вот. Я надеюсь, что вот этот момент, где мы, рассматриваем, да, вот, да, данную ситуацию с точки зрения вашей личной ответственности, вот. Я надеюсь, что вам вот это также поможет увидеть то, что вы можете, условно говоря, противопоставить. Вот. Что вы можете противопоставить. Потому что сейчас вы напоминает, к сожалению, по большей части человека, который ни на что не влияет, человека, который только отвечает на какие-то удары, да, на какие-то вызовы, вот. Но при этом довольно мало, как мне кажется, делает сам. Ну, может быть, потому что не видит для себя какой-то, возможности, да, может быть, не видит для себя, как каких-то моментов, вот. А может быть, имеет какую-то выгоду. Вот. Из этой ситуации. И, как я думаю, нам очень важно, чтобы вы, вот, знаете, как тоже постарались увидеть, в чем может быть ваша выгода в этом. Потому что если выгода есть, вот, то я могу вас как-то заверить в том, что вы будете держаться за это, да, даже если внешне не хотите в этой ситуации находиться, вот, вы все равно будете за это держаться, потому что выгода, она является довольно сильной мотивацией. Прошу вас также подумать, как получается, что людям, которые, делают то, что делают, интереснее манипулировать, там, что-то еще, да, вот, нежели чем с вами работать. Вот, уверены ли вы, что эти люди, которые, так себя ведут. Вот. Уверены ли вы, что эти люди, как нам, с
соответствует вам, значит, по вашим, ну, ценностям, да, вот, уверен ли вы, что люди, которые вот так делают, они подходят вам по ценностям и так далее. Вот. Потому что если нет, если вдруг они вам не подходят по ценностям вашим, то совершенно очевидно, на мой взгляд, что вам необходимо работать в направлении формирования другой мотивации, не той, которая у нас есть сейчас. Потому что людей не просто сложно переубедить, а люди не хотят переубеждаться. Что если те люди, которые делают то, что они сейчас делают, что если они делают это не из-за того, что у них есть, вот, знаете, ну, какая-то причина, да? Вот. Что если они это делают именно потому и только потому, что они хотят это делать. Что если они это делают, потому что они не могут этого не делать. Вот что если так? И как тогда вам в целом в этой ситуации быть? То есть, какие, условно говоря, да, у вас могут быть, могут быть вариант. Вот. Потому что мы же понимаем, да, что вот если люди там, себе вот чего-то придумали, да, вот, то они, откажутся от этого. Весьма неохотно, вот, и, в общем-то, переубедить такого человека сложно, и, соответственно, что-то ему доказать такому сложно, именно потому, что он не хочет переубеждаться. Вот ему это не нужно. Он для себя, да, преследует какую-то, другую цель. Так вот, что если это вот, что если это так? Что тогда вам делать? И как тогда вам быть, опять же, понимаете, да, какая здесь, на мой взгляд, вот, непростая получается история. Вот. Поэтому давайте постараемся разобраться с этими всеми аспектами, вот, постараемся вам помочь. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.